Во тьме прошедших эпох сокрыта ложь о великой несправедливости и большом притеснении. Это история, где захватчиков нарекли освободителями, рабов Господа его врагами. Это история, где век за веком преступления, осененные крестом, считались подвигами. Это история о противостоянии двух миров. Истина явится, а ложь обречена погибнуть. Крестовые походы на исламский мир.